Гармоны ў нашым арганізме. Наколькі распаўсюджаныя сёння хваробы шчытападобнай залозы? Дастаточна большой спектр эндакрінных заболеваний, с которыми мы сталкиваемся. Тестостерон, гармоны росту и іншыя стероиды. Ці гэта бяспечна? Потом приходят пациенты с неконтролируемым набором веса, когда начинаются проблемы потом с работой надпочечников. Усё про эндокринную систему у Навукамании. В совместном проекте Академии наук и телеканала «Беларусь-3». У год науки.